Привет! Сегодня мы с вами кормим кота куриными головами или головами. Вот я выбираю хорошую ему головку, потому что коту чего получше. Вот такие вот были, отморозились. И сейчас он будет это есть. Он будет есть, а мы будем смотреть, как он ест. Кушай, киска, кушай. С хвостом хотите его видеть? Или достаточно одной морды? Давайте мы со стороны морды попробуем на него посмотреть, как он будет это, как он это кушает. Киска. Я ему так обычно кину и особо не смотрю, что он там ест, не ест. Потом приходишь, а уже все съедено. И вот с какой скоростью он съедает, никогда не засекал. А сейчас вот по видео все будет понятно. Потом еще испытаем, как он ест рыбу, там, если время будет. И рыба, самое главное. Он рыбу очень хорошо кушает. Прям ее всю. Ничего не остается вообще. Ну, оно и от куриной головки сейчас ничего не останется. Вот за день он точно может съесть 3, но, наверное, ну просто ему больше никогда никто не давал. Но есть ощущение, что может съесть штук 15, если вот неограниченный доступ. Когда много головок, я ему 2 кидаю, а так одну вечером, одну утром. Когда они есть, а когда нету, то он питается мышами и то, чем Бог пошлет. Включая сухой корм. Ну, вот и все. Киска позавтракала. На этом все. Не забывайте лайкать видео. Подписывайтесь на канал Villager.ru. Одно слово. Villager.ru. И смотрите другие наши видео. Пока!